Всем привет, новая неделя влогов. Надеюсь, вам понравилась предыдущая. Сегодня понедельник. Мы едем сейчас по делам. Сейчас все-все расскажу, все покажу. А сейчас мы ищем моего кота, который куда-то пропал. А ну мы уже выходим. В общем, как всегда, не без приключений. Ужас. Вот, Мася, где ты был? Скажи мне вообще. Идет, смотри, домой. Идет, да? Давай, иди домой. Мася, быстро. Иди домой. Так. Ну все, наконец-то мы нашли его. Теперь уже выходим. Не прошло и полгода. Не знаю, где он был. Просто монстр. Едем за черникой. Сейчас купим кустики черники. Черника. Приехали быстро домой. Вот, привезли чернику, которую купили. В общем, сейчас я немножко соберу и поедем дальше. Нам нужно разные магазины, на центральный рынок. Бедные дети остались дома. Олесик. Еду в Финляндию. Вот сейчас взяла, попробовала такие с собой крекеры. Но все-таки как-то не было голодно. Вот еще такие мини-кубки. Тоже сделали эту систему, это классно, я ее люблю. Теперь мы еще приехали в Баухоф. Здесь у нас тоже куча всего. Нужно купить землю для черники, нужно купить еще что-то. Боже мой, 5 часов, и мы только приехали домой. Я не знаю, у меня нет сил говорить, у меня нет сил вообще ничего делать. Все, лягу, буду лежать. Кто пришел? Лисик мой. Лисик, Олесик. Ну? Что у тебя с прической, лисенок? Ты же леди. Ты же леди, ребенок. Это что, вот это наше все? Наше. Все. Всем доброе утро. Скажите, куда я направляюсь? Я иду в А-терминал, потому что я еду в Хельсинки сейчас. Я сейчас иду встречаться со своими друзьями. Вот, и мы сегодня идем в зоопарк в Хельсинки. Потому что он считается одним из самых больших. Он на острове, поэтому очень интересно вообще его посмотреть. Кораблик за мной. Только что отплыли буквально. Прикольно. Я уже полностью вообще забыла, как здесь, что здесь. Приехали в Финляндию. Сейчас мы пойдем на автобус, чтобы ехать как раз-таки на этот остров с зоопарком. В общем, зашли мы сейчас в зоопарк и ходим сейчас. Тут пытаемся вообще разобраться, где что, куда. Я тоже вас слышу.
А он сейчас придет, опачки. Ходит тут. Как Мася дома. В общем-то, так же, походочка. В общем, мы уже вышли, сейчас идем на автобус и поедем в Хельсинки. Здесь так ветрено, но 20 градусов. Ну, в общем, неплохой день. Пошли вкусно очень. Алине все вы. Алине. У меня новое имя. Алине. Рассказать сейчас о нашей поездке в Хельсинки, во что нам обошлась эта поездка и вообще советую ли я ехать в этот зоопарк. В общем, начнем с того, что билеты мы купили через Шведбанк, там у нас накопились бонусные пункты, и поэтому нам билеты обошлись в 16 евро туда-обратно, когда обычно вообще стоимость их около 50 евро. Также мы заранее купили билет в зоопарк, он стоит 10 евро. Зоопарк нас, конечно, не впечатлил. Мы ожидали намного большего, мы ожидали того, что мы будем там целый день, а в итоге оказалось, что мы там были с 10 утра где-то примерно до 12. Мы посмотрели уже всех животных и, в общем-то, поняли, что нам там уже делать просто больше нечего. Вот. Зоопарк вообще находится на острове, это достаточно интересно. И я читала, что там вообще не хватит даже одного дня, чтобы посмотреть всех животных. В итоге все оказалось совсем по-другому. Вот. Насчет зоопарка советую или не советую, ну, как проведение какого-то дня где-то вообще в другом месте, это очень даже классно. То есть мы просто хотели куда-то поехать, вот, и, в общем-то, мы съездили, и мы не жалеем об этой поездке. После зоопарка мы поехали в Хельсинки, и мы думали, что мы там погуляем по магазинам, может быть, даже что-нибудь купим. И к моему разочарованию, мы ничего там вообще не нашли интересного. Мы зашли в разные марки одежды, и в Zara, и в H&M, но выбор там намного хуже, чем у нас. И цены тоже как будто бы даже выше. То есть я очень удивилась этому, потому что я была уверена, что я куплю там одно, а может быть и не одно платьице.
Ну вот в итоге, к сожалению, ничего я там не купила. Вот, продукты там намного дороже, чем у нас в Таллине. Вот, там просто цены какие-то нереальные. Притом, ну, конечно, понятно, у них зарплаты выше, но ну, не настолько же выше, потому что цены ужасно высокие. Зашли мы, опять же, в Starbucks. Заплатила я там 5 евро за холодный чай, который оказался вообще никаким. Вот, и купили мы там также кофе, но кофе тоже не особо понравился моей подруге, вот, и, в общем, любители Starbucks, простите, но не впечатлило, не знаю, ну, это наше мнение. Что еще, кстати, советую на корабле? Очень меня порадовало бистро-буфе, он, конечно, стоит 26 евро, это шведский стол, там просто огроменное количество еды, бери что хочешь, сколько раз хочешь. Вот, и это, конечно, то, что я бы посоветовала брать, особенно вот вечером, когда ты уже уставший, когда ты уже едешь домой, это очень классно, и там сидишь, и отдыхаешь, и кушаешь вкусно, в общем-то, это стоит этих денег. Переносить своих любимых питомцев. Ну, царь, здравствуйте, царь. Зовите меня просто царь. Вася, ну, куда все, ты? Нет, он недоволен. Сейчас начнем сначала с электричества, поэтому мы ее освобождаем, чтобы здесь сделать вот эти вот все дырочки заделать. Вот здесь у меня несколько ниш находится. Сейчас мы тоже будем вот эту освобождать, потому что она идет во весь этаж. То есть там очень много. Там у нас зимняя одежда, там у нас куча вообще всего, елка и игрушки. То есть, а это нужно сейчас нам освободить, потому что туда будут проводить свет. В общем, дел куча. Вот, то есть там она просто длиннющая. Вот, и вот это нужно тоже освободить. И тут, да, вот у меня обувь. В общем, веселуха. Вот, и будут вот делать вот эти вот розеточки все. Сейчас стены, конечно, выглядят очень круто. Просто супер. Ну ничего, они будут сейчас шпаклеваться, будут краситься. Здесь люстра, которая осталось здесь от прошлых хозяев. В общем, веселуха. Просто веселуха. Сейчас 10 утра, среда. Вот, поэтому прямо безудержное веселье. Там вот, в той комнате, это у нас как гостиная. Это... Сейчас мы еще туда это все вытащим, и это будет просто ужас. Мы так наработались, и вот сейчас только что пообедали. И сейчас у нас будет сладкий стол. Сейчас пойдем мороженое. Открывается. Очень диетическая пища, как вам? Супер просто. А не надо гормона. У каждого груша. Ну, вообще. Ну. Жизнь удалась. Мам, ты владелица компании Mercedes-Benz. Это реклама, да? Да. Хорошо. Я не понимаю, почему у меня еще нет последнего Мерседеса у ворот. Слушай, уже второй влог. И ты в первом говорила о том, что ты машину хочешь новую. Сейчас ты говоришь, что ты хочешь машину новую. Алина, а я тоже хочу чего-то. Что ты хочешь? Давайте, я Аладдин, я исполняю желание. Давайте. Кругосветное хочу. Всего-то. Уже прошел часик, мы все еще болтаем по скайпу. Хотела показать эстонское лето. У меня одеты шорты и зимняя куртка. Пацанчик, который целый день ходит, целый день мяукает. Масенька, что случилось? Что такое? Что у нас настроение? Кто это хрюкает? Ты хрюшка или кот? Мак, как твоя жизнь? Ой, боже мой. Ну. Ой, ну хоть ушко, да? Хоть ухо дай поцеловать. Ну. Скажи мне, пожалуйста, что за прическа у вас такая? Можно попробовать понять? Вам минут где-то 40 назад сделали косу. Лекс, где эта коса? Девушка, я с вами разговариваю. Алекса, где ваша коса? Где? Где? Что это такое? Что это такое? Ты на кого похожа? Что-то снова делают. Наркотик. Слушай, вообще на YouTube нельзя пропагандировать что-то плохое. Ну ладно, это можно. Дай понюхать. Ничего так. Смотри, как это красиво выглядит.
Да, нужно будет потом на камеру снять. А вот чернику, да, вы вчера посадили? Да. Ну, красота вообще. Знаете, что караулит? Лягушек караулит и мышек. Вот этот вот маленький домашний кот принес тут недавно, неделю назад, двух мышек. Говорит, вот, хозяйки, радуйтесь, еда. Говорят, огромные огурцы. И вон там еще один гигант, видишь? Снимай гигант вон там, как она. Хорошие, хорошие, мы едим. Держи. Давай, добычу. В общем, они пошли что-то свое там выкапывать. А я иду косить. Чтобы скосить вот так вот весь наш участок, я один день косила 6 часов. Ну, в общем-то, да, у нас 1300 квадратов. Вот, и поэтому выходит где-то так, что 5 часов вот так вот косишь. Всем привет! Сегодня у меня не особо много дел, но есть одно очень важное дело, что я уже не делала 2 недели. Я не пела. У меня уже не было выступлений. Наверное, да, вот недели две, ровно недели две. Вот, и поэтому мне нужно попеть, потому что обычно я пою каждый день по 2-3 часа. Вот, и сейчас я уже даже чувствую немножко в голосе, что он хочет тренировок. Вот, поэтому сейчас потренируюсь. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont j'y connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi. Dans la vie, maladie, le jour pour la vie. When you kiss me, heaven sighs, and thought I close my eyes, la vie en rose.